Вот и приехали. Деньги, деньги, дриби, деньги. Только этого не хватает. Открой глаза, закрой рот. Ромка, мне нужна помощь. Да, сэр. Ромка, вы звонили? Просто супер. Я не промахиваюсь! Ёпта! Да ты жжешь! Что тут скажешь? Просто супер! Ты этому научился, Норм. Так-то. Нравится? Мощно! Специально для тебя! Извини! Неплохо получилось. Так и должно быть. Стоит запастись зельями и всем прочим. Да, даже от тебя иногда бывает толк. Это что значит иногда? Пойдем в магазин. И я тоже. Давай с нами. Отличная погода. Ага. Похоже, мы нашли то, что искали. Ерунда.
Мне так хочется попробовать, как готовит Ирис. Будем считать, что я ничего не слышал. Да ладно тебе! Когда для тебя готовит девушка, это совсем другое. Я придумал новый рецепт. Я готов продегустировать. Давай сфоткаемся на фоне маяка, и чтобы ветер в волосах, как супермодели на пляже. Ладно, пусть будут супермодели. Круто! Супермодели на пляже! Снимай отсюда. Так, снимаю! Сейчас сниму. Эту нужно оставить. Привет. Ну как? Здесь столько всего изменилось. Наверное, вы и не узнали это место. Нокт, у нас радость! В огороде уже можно собирать урожай! Ну что, Нокт, попробуешь себя в роли огородника? И что мне надо делать? Выращивать овощи, конечно. Их можно есть самому или продавать. Ладно, а что мне делать? Все начинается с семян. Вот, возьми эти. Thank you.
Как дела, Талкат? Хорошо, принц Ноктис. А это что? А, это... Это фигурка кактуара. Я очень люблю кактуаров. О! Они везде продаются, раскрашены по-разному. Я хочу собрать всю коллекцию, но мне не хватает желтого и синего. Тебе они в магазинах нигде на глаза не попадали случайно? Я не видел таких, прости. Не обращал как-то внимания. А, ну конечно не обращал. Но теперь буду. Если увижу фигурку нужного цвета, куплю тебе. Правда? Спасибо! В каждом районе продается только один цвет. Интересно, где их можно купить? Что там внутри? Может, ну ты знаешь. О-о-о. Маршал в безопасности. Не может же он просто прятаться. Остановимся на ночь. Мягкие постельки! А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Ирис. Если б мы нашли для него кактуаров. А увлечение-то вполне взрослое для такого малыша. Попробуем поспрашивать в местных магазинах, пока мы еще в Люцисе. Хороший план. Так и сделаем. Это вы тут выращиваете овощи? Да, а вы кто? Прошу прощения, меня зовут Тони. У меня ресторан неподалеку, и мне нужны продукты самого высокого качества. У вас отличный участок, здесь все, что угодно будет хорошо расти. Может, вы готовы расстаться с частью урожая? Деньгами не обижу. У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Это оно? Вот это просила кактура? Думаю, да. Возвращаемся. Это же та самая кошка с причала Галдина. Твоим лапкам пришлось проделать долгий путь. Наверное, ты сильно проголодалась. А поблизости даже кафе нет. Интересно, здесь кто-нибудь умеет готовить кошачью еду? Может, спросим Монику?
Она как-то говорила, что у нее были кошки. Да, она действительно похожа на кошатницу. Надеюсь, нам не придется ехать в Галден. Тем более, что кошка сама пришла в Каин. Но зачем она пришла? Скорее уж, за кем? Чем могу служить, принц Ноктис? Ты можешь приготовить мне немного еды? Конечно, но должна предупредить, что в нашем меню сейчас почти одни овощи. Еда не для меня, это для кошки. А, прошу прощения, я могу приготовить что-нибудь, если будут продукты, но, боюсь, их нет. Если нужна рыба, я могу ее наловить. Я была бы очень признательна. К сожалению, ловить рыбу я так и не научилась. Зато я в этом профи. Удачно вышло. А если с рыбалкой не сложится, можете заглянуть в магазин. Кажется, там продавался кошачий корм. Да тут просто шикарный ассортимент! Рай для такого технофила, как ты. Ого! Вы что, грузовик ограбили? Взял, сколько смог унести. Сколько я должен? Ничего. Вы точно никого не ограбили? Нет же. Я что, похож на вора? Ну ладно,
извини. Просто я вспомнил про свою молодость. Лет 30 назад было. Я попытался стащить здесь еду, а Сид меня поймал. Отвесил подзатыльник и дал работу. Ну, вот вам еда. Приготовьте потом. О, привет. Привет. Есть свободное время? Охота? Ага. Но опасная. Но тебе нужно? Очень. Тогда сделаем. Спасибо. Ну, как дела, ребята? Неудивительно. Все молодцы. Чем я могу помочь? Поможете со зверями? Питаться надо правильно. Вы с ним просто как старые друзья. Вы друг друга с полуслова понимаете. У вас с ним молчаливое взаимопонимание. Скорее. Рад вас видеть. Спасибо. Ты такой усердный. Погнали. Угу. Идем. Чем могу помочь? Заходите еще. Так где мы? Добро пожаловать. Теперь я наконец-то смогу сделать десерт. А попробовать когда? Сейчас. Все почти готово. Осталось только ягоды выложить. Оцените этот чудный аромат. До сих пор помню, как впервые его ощутила. Скажите, как захотите есть. А еще вот. Вам
вам за хорошую работу. Да, теперь я вспомнил. Запах был и впрямь необычный. И знакомый. Откуда-то я его помню. Может, это был десерт от леди Лунафреи? Да, точно. Значит, круг замкнулся. И правда, идеальный десерт в честь вашей свадьбы. Приветствую. Могу принять ваш заказ? У нас великолепный выбор. Будем рады, если вы справитесь с хулиганами. Это особенно гнусная тварь. Прошу, будьте осторожнее. Удивительное место, да? Ветерок так освежает. Я и не знал, что мне так понравится на море. Похоже, оно тебя здорово впечатлило. Деньги-то надо зарабатывать. Привет. Пришли половить рыбку? Удачи вам. На рыбалку. Как ребенок в магазине игрушек. Включите свет! Давай. Кто хочет немного размяться? Кто бы говорил? Если вы за, то и я тоже. Охота начинается. Блестяще. Лисаки! Меня захватили!
научились! Давайте скорее закончим, а пойдем на... Значит, придется разбираться самому. Здесь торчать нет смысла. Да, цвет изумительный. Устроим здесь лагерь. Сейчас я им врежу. Только не слишком увлекайся. Кто бы говорил? Что может быть лучше нетронутой природы? Их слишком много. Предлагаю разобраться с ними поодиночке. Стукатич. Ну, ничего не поделаешь. Так-то. Вы звонили? Иги! Готов! Вот и все. Я приятно удивлен. Ты что тут скажешь? Извини! Просто действуй! Эй, ты там! Вот он я! Вадио! Неплохо, просто! Видимость плохая. Протри очки. Блестящая идея. Будем играть по-плохому. Мне кажется, у меня наконец начинает получаться. Не так уж и плохо. Ты серьезно? Нет, ну, честно, ты серьезно? Да!
А мы идем к Чокобо. У них тут мир и покой. Здорово. Чем могу помочь? Держите. Спасибо. Возвращайтесь. О, ты нашел Кактуара! Отлично. Остался всего один. Привет, ребята. У вас найдется свободная минутка? Да, а в чем дело? Знаете ли вы, что бывают черные чокобо? Не желтые, как обычные птицы. Это исчезающий вид. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Но одна птица недавно снесла яйцо. Правда? Это здорово. Так-то оно так. Вот только эта птица получила травму. И рано или поздно станет добычей хищников. Но охотники палец о палец не ударят. Это же чокобо, а не человек. Значит, дело за нами. Мы этим займемся. Чего изволите? Вам, смотрю, палец в рот не клади. Рад видеть, что вы живы и здоровы. Ну как вы? Все путем? Мои птички все переполошились. Интересно. Удачи вам. Удачи. Надо выехать побыстрее. Да, поторопимся. Бедным чокобо нужна наша помощь. Знаю. Поехали. Да, и не забудь взять с собой лекарства.
прогуляемся? Над нами имперцы! Спасибо. Не люблю такие десерты. Здесь очень мило. Ага. Красотка! Пошли! Блестящая идея. Мы тут немного задержались. Парни, у нас тут проблемка.
Круто. Иди разберись. Один? Мы так не договаривались! Куда мы отправимся теперь? Мы на месте? Да, это где-то здесь. Надо их поскорее отогнать. Вот и да! Будем играть по плохому. Умри! Так, давай! Рамка сама! Пора! Мы круты? Дело сделано. Яйцо мы спасли. А где же мать? Я ее не вижу. О, оно еще теплое. Надо отнести его Уизу, пока не остыло. Точно, пошли. Выходим. Точно.
Все на выход. Есть. Пройдемся для разнообразия. Выходим. Угу. Как дела? Спасибо! До встречи! Есть! Что, Игги? Я придумал новый рецепт. Жду не дождусь это попробовать. Выглядит здорово. Чувак! Это просто праздник желудка! Я и сам такое сделаю. Взгляните на товары. Рад иметь с вами дело. До встречи. Привет. Нам тут нужно найти еще один жетон. Может, подберете его, если вам по дороге? Привет, брат-охотник. Привет. Не удивляйся, я и сам охотник, и своих за версту вижу. Ага. Хочу попросить тебя по-братски. Помоги мне разобраться с одной небольшой проблемой по имени Мелюзина. Какая Зина?
Эта красотка появляется в Весперпуле ровно в полночь и заманивает мужиков, у которых не хватило ума понять, что она демон. Она уже утащила нескольких охотников. Ну что, отомстишь за своих братьев? Хорошо. Семья превыше всего, так? Благодарю. Удачи тебе! Ну, не знаю. Разве можно бить девушек? Если она и впрямь такая неотразимая, как про нее говорят, тебе придется бить себя по рукам. Не забывайте, что она демон. Думайте головой и держите себя в руках. Посмотри на это, Нок. А что? Костяные ножи. Хорошо ли они режут? Новенькие, да? Если проголодались, у нас тут еда прямо как мама готовит. О, как быстро! Вы уже поели? Смотрите. Точно справитесь. Заходите. Тут и смотреть не на что. По крайней мере, можно купить оружие.
Скажите, если что, приглянется. Держите. На здоровье. Большое спасибо. Здесь только качественные продукты. Заходите еще. Скажите, если что, приглянется. Большое спасибо. Здесь только качественные продукты. Заходите еще. Отлично! Вся коллекция! Навестим теперь Талкота, да? Парень будет в шоке, когда увидит актуаров. Жду не дождусь этого зрелища. Точно. Жизнь его не балует. Так пойдем и порадуем его. Привет. Хотите лапши в стаканчике? До встречи. Хотите лапши? Благодарю. Заходите еще. Я лучше сплю, если рядом живут люди. Природа — это здорово, но чем нас больше, тем безопаснее. Что это? Яйцо? Да, вовремя нашли. Оно еще теплое. Оставьте его мне, я знаю, что делать. Но на сетку мы не видели. Жаль, но, по крайней мере, вы спасли яйцо. Я обеспечу все условия, чтобы птенец вылупился. Удачи. Я вам позвоню, когда это случится. Приходите на него посмотреть. Мы будем ждать. Я собирался продавать эти овощи, но теперь хочу отдать их вам в знак благодарности. Теперь я за это яйцо спокоен. Уи знает, что делать. Надо будет обязательно прийти, посмотреть на птенца. Конечно. Чего изволите? Перекусите перед уходом? Можете оказать услугу? Возвращайтесь скорее. Я вам позвоню, когда это случится. Приходите на него посмотреть.
на месте. Когда рядом есть люди, это успокаивает. Говорят, верховный главнокомандующий расхаживал с мечом его величества. Тоже слышал. Хватает же наглости. Как дела? Спасибо! Увидимся! Привет, Талкат. Вот тебе подарочки. Что? Правда? Ух ты! Ура! Теперь у меня все! Спасибо огромное, принц Ноктис! Хоть глаз выколи. Посвети нам. Я иногда скучаю по друзьям. Вот бы снова с ними повидаться. Ты уж съешь все до последней крошки. Этот корм обошелся нам чертовски дорого. Ха-ха, Нок, ты любишь животных, да? С ними он добрее. Мог бы и с нами быть добрее. Мог бы, но не буду. Я уже отрубаюсь. Талкат! Припоминаю такое. Вся команда в сборе! Все мы! О ваших овощах весь город говорит. Можно я возьму у вас чуть больше?
У вас замечательные овощи. Мои повара и клиенты будут в восторге. Если у вас останется часть урожая, я непременно куплю. Ugh.